В этом году Международный день борьбы с коррупцией прошел под девизом «Твое право, твоя роль, скажи, коррупции нет». В Одинцовской библиотеке номер 1 состоялся тематический круглый стол. Не только организации должны объединяться, здесь речь идет о каждом человеке, потому что независимо от возраста, независимо от рода занятий, каждый человек должен сыграть свою роль в предотвращении коррупции. В ходе встречи спикеры обсудили существующие проблемы и способы их решения. Наметили план мероприятий на следующий год. В таких вот приятных встречах, как круглый стол, где мы можем поделиться опытом работы в данном направлении, а также выработать методы работы с людьми и обратить внимание на те проблемы, которые возникают в системе. Ключевым стал вопрос тесного взаимодействия органов и всех ветвей власти. В перечне основных направлений государственной политики и национального плана противодействия коррупции особую значимость имеют мероприятия, направленные на просвещение граждан, в особенности подрастающего поколения, и популяризации в обществе антикоррупционных стандартов. В рамках национального проекта борьбы с коррупцией это не только работа со взрослыми на предприятиях, это еще мы готовим будущее нашей страны. Мы воспитываем детей, которые нас сменят. Речь идет прежде всего о старшеклассниках 14-15 лет. По словам Ирины Мироновой, детей уже ничем не удивишь. Они мыслят по-другому. Представитель уполномоченного по правам человека подчеркнула, что задача взрослых и более опытных людей – помочь молодежи сформулировать мировоззрение, достойное гражданина Российской Федерации. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».